Судя по всему, педколлектив гимназии номер 4 имеет серьезные шансы на победу в конкурсе хоров. Музыка нас связала. Это не только популярная песня, но и целый проект. В День учителя педагоги этой школы решили удивить коллег, учеников и родителей своим творчеством. Старшеклассники 4-й гимназии выстраиваются в живой коридор каждый год. Но этот день учителя отличался от других. Педагоги школы подготовили ответный сюрприз. Организовали необычный концерт. Вот новый поворот. И мотор ревет. Что он нам несет? Пропасть или взлет? Ну, так дома, в семейном кругу, конечно, мы поем. Но сегодня у меня первый опыт вот на такой большой сцене. Выступала, конечно, волновалась, но надеюсь, что все получилось. Быть настоящим артистом непросто. Надо много репетировать, подбирать костюм, записывать фонограмму. И на все это учителя нашли время. В ответ – овации учеников, которые теперь зауважали своих наставников сильнее. Кто-то выбрал сольную песню, кто-то объединялся в дуэты. Появился в школе и педагогический ансамбль. Сегодня удивили все, поразили все. Оказывается, у нас такой талант блещет в нашем коллективе. Истинно горжусь своими педагогами. Директор школы тоже подключилась к проекту и исполнила песню дня. День учителя музыка действительно связала вместе учеников, родителей и учителей 4-й гимназии. Совсем скоро здесь планируют выпустить компакт-диск с песнями педагогов. Вот так в школе появилась новая традиция. Мы сегодня учителям подарили песню про мечту. И пусть у всех учителей мечты сбываются! Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.